Всем привет! Совсем недавно с семьей мы собрали целую гору черешни, и сегодня я хочу показать вам, как я очищаю ее от косточек, и мы вместе приготовим один вкусный коктейль, алкогольную и безалкогольную версию. Коктейль называется «Черешневый смеш», и он прекрасно подходит для летнего дня. Идем готовить! Вначале удаляем косточки из черешни. Это очень легко сделать с помощью деревянной шпажки. Найдем противоположную черенка точку и выдавливаем косточку. Черешня при этом легко сохраняет форму. Подготовим таким образом по 1 трети стакана на порцию, примерно по 10 ягод. Приготовим мятный сироп, соединим 1 стакан сахара, 1 стакан воды, доведем до кипения. Добавляем огонь и добавляем листья одной крупной ветки мяты, или, как в моем случае, мелиссы. Позволяем лишней жидкости выпариться, а сиропу настояться 10 минут. Он должен слегка загустеть. Снимаем с огня и даем остыть до комнатной температуры. Процеживаем. Такой сироп может храниться в холодильнике от 4 до 6 недель. В черешни добавляем по 2 столовые ложки сиропа на порцию. Разминаем ягоды пестиком так, чтобы они выделили максимум сока. По желанию вливаем 50 мл водки. Добавляем несколько кубиков льда. Вливаем 100 мл охлажденного тоника. Украшаем коктейль веточками мяты. То, что нужно в жаркий летний день. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до будущих встреч. Пока!